Всем привет! Коронавирус очень серьезно ударил по нашим закупкам, нашим, так сказать, хотелкам из Китая. Алиэкспресс, Джум практически не все товары отправляют. Вот, связано это с чем? С тем, что многие склады в Китае до сих пор не работают. Вот, и что бы хотелось сказать в этой связи? Я думаю, что в ближайшее время Китай начнет вкладывать большие суммы денег, как это было раньше, даже намного больше, на покупку складов в разных странах, таких как Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Латвия, для своей логистической деятельности. И это не может не радовать. Вот. Это логично. Это выходит из того, что даже если будут какие-то вдруг будут серьезные проблемы, опять же, внутри Китая, то логистика будет работать нормально. То есть склады будут забивать по максимуму теперь те, которые есть, и, соответственно, наверное, будут покупать новые, я так думаю. Вот, потому что навряд ли Китай захочет остановиться и полностью прикрыть свою деятельность, вот, в связи с тем, что очень много... Многие экономики других стран зависят от Китая сейчас. Что же остается ждать нам? Ждать, когда наши посылки отправят. Ждать, когда все заработает, более-менее нормальным станет. Когда снимут карантин, когда более-менее утрясется ситуация с коронавирусом. И когда Китай начнет нормально работать. Алиэкспресс, сайт и все остальное. Вот. В это будет вложено очень много денег, очень много будет сделано самими китайцами для того, чтобы удержать рынок. Да, сейчас они многое потеряли, но за счет того, что большинство серьезных производств находится именно в Китае, и многие серьезные фирмы зависят от них, я думаю, что сойти на нет это все у них не получится. Вот. Те же посылки, которые вам не отправляют, ищите пока на Тмоле. Ищите на Джуме. Там процент отправки посылок намного выше. Ищите варианты на Авито, на OLX. Там можно уже с небольшой наценкой купить любые китайские приблуды. Чехлы, телефоны и все остальное. Больше всего меня напрягает то, что многие операторы сотовой связи, имея свои магазины, почему-то впаривают по два китайских телефона. То есть, покупая один, тебе совершенно бесплатно дарят второй. Вот. Не похоже это на то, чтобы продавцы хотели заработать. Ну и опять же, это наталкивает на мысль того, что в скором времени все заработает. То есть, ребята, наверное, знают больше, чем мы. Иначе эти телефоны бы придержали, эти телефоны бы мы не увидели в таком количестве. И опять же, новая презентация Xiaomi, которая состоялась недавно, говорит нам о том, что телефоны мы все-таки их увидим. В какой бы другой ситуации это не играло роль. Но, тем не менее, новинки они показали. Сказали, что уже будет массовое производство. Что уже открыт предзаказ на них. Поэтому можно свободно заказывать, ничем не рискуя. Вот. Ну, а пока, всем пока. Ждите своих посылок. Надейтесь на лучшее. Ну и будем верить в то, что Китай будет вкладывать больше денег, создавать больше рабочих мест в других странах и усовершенствовать свою логистическую систему. Скоро магазины и интернет-магазины, я думаю, нам не понадобятся местные, которые делают накрутку 200-300% на том товаре, который можно купить в
принципе, за копейки. Всем пока!